повесть. Но сейчас несколько будет таких спарок из цикла, который я назвал «Библиотека приключений». Не затевайте с девочкой любовь, когда уже давно не середина. Вы для нее музейная картина. Не затевайте с девочкой любовь. Не затевайте с женщиной роман. Вас выдают проклятые привычки. Ключи от сердца. Это ж не отмычки. Не затевайте с женщиной роман. Не затевайте с дамой легкий флирт. Вам седина не заменяет мастер. Вам интеллект не заменяет страсти. Не затевайте. А мой легкий флирт вообще не называйте это страсть. Лучше назовите ностальгия. А чашу страсти пьют теперь другие, и нам в их круг веселый не попасть. Затейте лучше ужин у огня. Огонь души терзается в камине, в глазах блестит, и в жилах тихо стынет. Затейте ужин на исходе дня, пойдет метель по крышам танцевать, потом капель затеет песню снова. Камин погас, сеньоре Казанова. Настало время что-то затевать. В общем, удивительное время. В общем, замечательное дело. Если что, быстрее ногу в стремя. Если что, из ножен шпагу смело. Жизнь случайно выиграна в подарок. Ее особо не ценили люди господина де Сесара, люди господина де Тревиля. Эти понтовитые замашки, эти беспонтовые дуэли. Умирать не страшно в рукопашной, ни на поле боя, ни у постели. Тупо смотрит в небо Божья кара. А видали ли, Боже, что творили люди господина де Сесара, люди господина де Тревиля? Перевязи, шпаги, пелерины, внешние приметы интеллекта. В спальнях Лувра юные графини жаждут невербальных комплиментов и страстей стремительных пожары. Путь по будуарам осветили людям господина де Сесара, людям господина де Тревиля. В суете дерущихся династий, сколько те побед и поражений, сколько стонов искреннего счастья от простых бесхитростных движений. Тонко современницы ценили силу их изысканного шарма. Ах, люди господина де Тревиля, ох, люди господина де Сесара, ах, люди господина де Тревиля, ох, люди господина де Сесара. Ох.